И снова всем добрый день. Классная фотография для Инстаграма. Это вам не панорама Дениса на 4К. Кстати, у меня тоже на 4К снимает. Итак, нахожусь на русском поле. Давайте прогуляемся по нему. Кстати, этот уже проваливался где-то. Ага, вот оно. Класс вообще. Детство можно вспомнить. Прям такой ручеек нормально. Там люди стоят. Идти, не идти, идти. Ну что, вы идете? Нет. Такой ручеек нормально. Надо бы источник найти. Где же подска... Блин, опять замшевые свои туфли мочить. Вот так вот мы ходим по... сухую погоду, а когда будет дождь. Кстати, недавно эту дорожку заасфальтировали. Пойдем искать источник. Дерево обломано. Вот так вот. Ива валяется. Никому не нужна. Реклама. Давайте, наверное, скорее всего, репортаж. Нигде прорвало воду. Так. Жизнь на русском поле. Девочки хоть симпатичные ходят, хоть это радует. Вижу течь. Ого. Недавно заасфальтировали дорожку людям. Где же она? Где же ты? Все, наша водичка. Что-то прорыто. Не знаю, что. Ну, короче, что-то рыли и не нашли. Вот так вот и живем. Там далеко прорвало. Вот так-то так. Всем спасибо, пока. Сергей подключился. Кто не в курсе? Удобно переходить, в принципе. Все, всем счастливо.